«Виновата любовь» — это долгожданная премьера от режиссера-постановщика Оксаны Байрак, которую по достоинству считают королевой мелодрамы. Фильм входит в уникальный цикл «Знаки любви». Это 12 самостоятельных фильмов, состоящих из четвертых серий. Главной героиней каждого из них является женщина, которая рождена под одним из зодиакальных знаков. Образ, воплощенный актерами, отражает общие черты характера, поступки, душевные переживания, мысли, характерные для женщин того или иного знака. В первом фильме перед зрителем предстанет неоднозначная по характеру и очень горячая женщина-львица, которая сражает наповал своим чувством юмора. В этой легкой лирической комедии будет все: и смех, слезы, любовь, романтика, юмор и размышления о жизни.